Летов, характеризуя сегодняшнюю ситуацию в стране, был осторожен. Все, что происходит сейчас, допустим, от имени власти, идентифицировать конкретно невозможно. Это будет ясно там, через какое-то время, потому что очень в власти находятся гибкие люди, и сама система, которая олицетворяет, допустим, вот наш президент, да, она столь не связана с нашей как бы, реальностью, поэтому ее оценивать адекватно в двух-трех словах невозможно. Об этом можно просто часами говорить и думать, и, как бы сказать, очень косвенно размышлять об этом. Егор попал в забавную ситуацию. На Руси, если вы знаете, были так называемые белые скоморохи. Период, когда репрессии на Руси были чуть-чуть помягче. Когда скоморохам разрешалось петь, под присмотром ментов, разрешалось зарабатывать деньги, и платили налоги. И вот сейчас Летов, который всегда был бунтарем, по-настоящему уважаемым ребятами человек, если можно назвать Летов, человека. Вот сейчас оказался в позиции белого скомороха. Позиция достаточно паршивая. Никуда от своей идеи не отступал. Он как был человеком революционером, он так и остался революционером, человеком, душе борца.